Привет тебе. Я Коперник, это Bendy and the Ink Machine. Третья часть. Давайте посмотрим. Давайте продолжим. Так, вот мы, значит, сохранились. У нас есть Вантус, мы им вооружены. Отлично. Бегаем мы по-прежнему на... Ага. Ага. Че? Можно чуть по... Чуть поменьше мне. Поярче мне. Че за фигня? В чем здесь прикол? Все типа заполнить их? Или что? Или типа все накачать? Сейчас воду выливаю из каких-то. По идее. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Корявый кусок говна. Что такое? Мне что-то дали. Кетональная заглушка. Что это? Ай-я! Уходи! Ну, видимо, это какие-то подсказки. Видимо, здесь что-то надо делать. Только что с ними надо делать, я так не понял. Ага. Если я раньше был или нет? Ты помнишь? Ага. Давай, я сегодня, блядь, силе турбо туалетный гусенок. Любые засоры уничтожу, ёпта. Сейчас мы его тут... Почему я бегать не могу? Ну и прыгаю, как евнух какой-то. Ради всех святых. Пришел, значит. Сожрал весь суп, ублюдок. И что дальше? Я не знаю, для кого это должно быть страшно, но, по-моему, это немного не страшно. По моему личному скромному мнению. Вот это что-то похоже на телепорт, очень даже интересная вещь, но я подозреваю, что... Танцующий демон. Тут? Ага. Иди-ка. Так, только бандёвина. А, сейчас пес приедет. Товарищ Гуфи. Гуфи, можно сюда? Не? Вот он. Я не совсем понимаю, в чем здесь прикол. И здесь тоже монстры, кстати, появляются. И здесь тоже монстры находятся. Здесь еще какая-то жив... Никуда так. Поедок, иди сюда. Поедок. Можно я к тебе? О, что? Тебе вантузом дай-ка херану. Понято, нельзя его трогать. Понято, значит, от этого ублюдка надо убегать только, да? Как я понимаю. Ну, окей, окей. Типа настолько сильно, что... убивает меня с одного тычка. Что это такое? Понятно. Текс.
А, супецки меня так и лечат. Понятненько, аптечечка такая. Где здесь-то? Срака камера была. Где она тут гуляет? Главное, чтобы этому ублюдку опять на глаза не попасться. Потому что если так, то мне кажется, от него не убежать особо. Так. Подожди, а где я его в прошлый раз пословил-то, этого ублюдка чернильного? Утырка. Я куда-то сюда пошел. Тут что-то как-то все было размазано на какой-то момент, но теперь все нормально. Угу, тут закрыто. Где-то тут меня захавал в прошлый раз этот ублюдок. В чем его прикол? Может, это было что-то типа глюка? Даже не знаю. Ну что, здесь все закрыто, сюда зашла камера и все. На этом все закончилось. Понятненько. Ладно. Ма! Откуда в прошлый раз здесь этот турик взялся, так и не понял. Слегка я не понял. Ну ладно. Давай же, Гуфи! У-у-у! Мы пойдем с тобой куда-нибудь. Да. Так, КП-9-14-11, дверь. Это 11. Давай на КАС ездим. Типа Карыша. А это типа подавал. А что это за галюки? Давай, Вантус. Делай свое дело. Знаешь, как... Женщины. Мужчины. Тоже какие-то руки с говном вытирали, да? Понятно, я пошел отсюда. Пожалуй. Ага, заебись. Нет, тут нет. В жопу пошел. Ублюдок. Так, ладно. Этот ссаный пес заочковал, закрыл двери лифта, типа, а я Борис, а ты как бы нахую тебя я вертел и все, а так. Так все нормально будет. Ты, чувак, там. Ну, где вы там держитесь? Денег нет, но вы там держитесь. Счастья вам, здоровья. Чтобы хлеб сладкий всегда на столе стоял. Все хорошо, ребятчики, все хорошо. Предатель Борис. Говна кусок предательского, да? Какой он гнусный пес. Ладно, ладно. Сюда едь. Пес. Еще один минус, наш чипульдук, походу, дело бегать не умеет, серьезно. Я нашел что-то одно, какую-то чернила в трубе. Да, бегать я не могу. Controls. Ну да. Ну да. Interact, Viapon. Move run, run есть. Shift run. Ну, честно, это такой бег, я хер знает. Моя бабушка стоит быстрее, чем... Наш главный герой катается, да?
Поехали на уровень Кей, продолжим прохождение. Значит, на уровне 11 мы уже были. Кей — это самый высокий. Или просто выше. Ты знаешь об этом хоть что-нибудь? Я лично нет. Еще будешь ныкаться, я тебя, пса вонючего, этим вантузом... А, я не знаю, что с тобой сделаю с этим вантузом, блядь. Где ты, чернильная педрила? Или типа я на каждом уровне должен умереть? Этого сатаны ссаного. Пук. Какой-то пердёж там мигает. Все дрожит. Ничего не видно, серьезно. Тики лапками. Опа, опа, ёпта, бля. Угу. Угу. Все в каком-то... Все какой-то дресне черный. Странно. Я понял, за что здесь проседало FPS. Да, понял, смотри. А даже на мощных компах. Volumetric Light. Вот его врубаешь. Даже на 1070 до 57 просадочек есть. И motion blur. И пиздас, блядь, и ходишь такой, играешь. Мее. Где мои 60 FPS? Сейчас. Так. Так. Все. И жизнь. Жизнь твоя наполняется красками, прелестями. Отсюда никто не выскочит, не? Не хочет. Никто не хочет выскакивать от седого. Оп, 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 молодцы. Да что ты... Да что-то здесь вообще не то чувствуется в этой игре, что у меня что-то не то, не так. То ли все как-то странно, то ли все как-то срано, непонятно. Ну и ладно. О! Сука, вот это было немножко страшноватенько. Страшновасто. Честное слово. Предатель Борис, блядь. Заныкался. Понятненько, я пошел отсюда. Беги, сучечка, беги. Весь прикол в том, что от меня здесь не зависит ничего. Сохранился. Надеюсь, я правильно сохранился. Ага. И что мне делать с этим? Что мне теперь делать с этой информацией? Ничего не понятно. Серьезно. Я от него не могу убежать. Даже когда бегу и без ошибок бегу. Ровно, четко и пиздато. И сейчас он, естественно, отсюда пропадет. Потом мне скажут, че ты умирал много? Иди переигрывай. Пес. Да? Чертовка. Понятно все с тобой. Ничего интересного. Ну, кись-кись. Ну, пойдем сходим к сатане. А, к сатане путь закрыт. Хе. Dreams come true. Сны становятся правдой. Ну, ладушки, ладушки. Или сны сбываются, ну, как-то так. She's cutie girl.
миленькая девчуня, да? С половиной оплавившейся морды. Ничего так, ничего так. Ну-ка, мы сюда можем зайти? Не можем. Конечно же, не можем. А мы сюда можем запрыгнуть? Можем, но мы не крутимся. Увы и ах, но мы не крутимся. А, здесь, помнишь, где же мы механизм-то чинили, чтобы он вращался, работал, крутился. И, по идее, мы сейчас должны как бы... Да, мы сейчас как бы обратно вернулись, да, как я понимаю? Давай сюда сходим. А есть ли смысл? Ух ты! Сука. Ну-ка, пошел вон. Куски говна какие-то из-под полы появляются. Ну, сейчас, наверное, мой пес приедет, как всегда, да? Скажет, ай, привет, ёпта, за тебя вот этот чепельдук. Я, пожалуй, тут лифт прикрою, а ты снаружи, ну, подыхай. А чё, тебе что-то не нравится? Тебе разве не нравится смерть? Смерть это при... Значит, все любят смерть, а ты не любишь? Что это за говно? Что это за херобора какая-то? Так не идет, так не пойдет. Идите вы все. Упупень. В общем, понятно. Как я понимаю, здесь делать больше нечего. То есть нам надо чесать на другие этажи. Ага, ангел, ну ладно. Как я понимаю, типа демон будет в четвертой части, так ведь? Или нет? Или да? А, мы же в этом говне можем при... Точно! Эй! Пес! Хренасос! Иди сюда, падла! Я сейчас от любого спрячусь. Любая фигня такой... И меня больше нет. Я в домике. Нет. Так, здесь делать особо нечего. Закуток просто так, ну, типа тупик, как я понимаю, да? Или либо отсюда тут должен был вылезать, но... К сожалению, больше так не делает. Ага, так. Так, подожди. Эти двери открыл уже, да, получается? Так. Такое чувство, что реально кто-то говно вытирал просто. Об стенку такой ме-ме. Кто еще? Какую чернильную жопу еще надрать? Ага. Так. Так. Угу. А, то есть здесь можно и на лифте кататься, в принципе, и вручную спускаться, почему бы и нет? Ну, как бы, если не хочешь. Я пока, да, супца пока бахну. С вашего позволения. Он пьет его, знаешь, как будто это не суп, а... Я хрен знает, какой-то ежика проглатывает, жидкий еж, представляешь себе? Так, и здесь я уже был. Текс, а здесь я был. Без понятия, без понятия. Ну давай спустимся в самый низ, посмотрим, что там. Может быть, если мы спустимся чуть пониже, будет чуть пострашней. Ага! Сука. He will set us free. Ты за... Утомил меня. Слегка. Еще бы свет бы не мигал. Типа тут сейчас босс будет.
На них ничего не написано. Чуть типа один. Один. Здесь ничего. Какая-то хрень. Тоже один-один. Ничего не понятно. Типа сейчас этого припадочника будем. А куда он делся? Я как бы его хотел полечить. Воскресить. Он такой раз и пропал. И тут эта хрень. Тут все три поровну стоят. Камеры. Тут снимал опыт, и нифига себе. Это я могу крутить? Это я не могу крутить, так? Здесь все три стоит поровну, как я понимаю. А здесь что? Меня тут нет. Я в домике. Он просто берет и появляется. Он туповат, по идее, да. Я перед ним же спрятался. Нет, кстати, прикольно сделано. Прикольно. Я потихонечку начинаю понимать, вливаться. Так сказать, да, и все. Все становится сразу. Тени уходят, чернила уходят. Чернильная сатана ушла. Вон она там. Вон находит. Сатана, ёпта. То есть, как я понимаю, здесь надо сделать... Что? Ах ты, падла. Охреневший бабкин внук. Так. Здесь надо, значит, все три... По центру, как я понимаю, поставить, да? Как я понимаю. Оп! Что-то произошло. А вот что произошло, если бы я знал? Понято. Так. Забрали какую-то энергоячейку. Здесь. А! Как же ты меня выбесил, падла. И слишком много было. Ну, понятно, в общем, спускаемся в самый низ. Сейчас надо, наверное, пса вызвать на лифте. Гарсон, пожалуйста, можно? Ехать ему, конечно, долго, наверное. Гарсон, лифт, пожалуйста. А, вот он. Какой кошмар. Даже стрёмно кашлянул. П, это паркинг, понял, ёпта. Парковочка. По идее как. Ну, типа, если она бы там, наверное, была. Это девятый. А, П, это еще ниже сейчас пойдем, да, получается? Не, наверх. Стой, стой, стой. Можно я поменяю свой выбор? Пес, хватит этого делать. Уровень П, страдания. То есть я понял, если сюда приходит этот чебальдук страшный, который гдынь, 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 гдынь делает, да? Так я хоп, кнопочку двери, и все. Типа моя хата с краю, ничего не знаю. Оп. So
Остерегайся чернильного дьявола, да-да-да. Пес какой-то ползет за мной. Понятненько. Ну, таки давай, наверное. Так, стоп, я ведь тут даже пришел, да, получается? Что это такое? Little Miracle, маленькое зеркало. Ах! Бля, маленькое чудо. Маленькое зеркало. Mirror, зеркало, Miracle. Miracle, чудо. Все время путаю. Ну, не все время, но иногда бывает. Иногда бывает. Можно мне на лесенку вернуться? Лесенку-кудесенку. Или, как бы, нет. В общем, как я понял, здесь самое главное просто чаще сохраняться, чтобы тебя не откидывало, и все. Это ты, ты. Красота. Так. Угу. И тут, то есть, крутилки. А вот какой их последовательности мне ставить, я не знаю. Наверное, тоже по центру, по идее, как бы, да? Опа! Опа! А, типа, пока я буду крутить, вы будете меня пугать, да? Еще вредовреальная задумка. Пардонте, я кашлю, у меня кашель. Логично. Угу. Так я еще супца наверну. Вкусно, наверное, супец, если к жизни возвращает. Во всех смыслах этого слова. Ага. Можно еще. Что мне дает эта фигня? Скажите мне, пожалуйста. Что мне она дает? Что я от него получаю? Кто профит, я не знаю. Сколько мне их надо найти? Давайте так. Давайте от простого пойдем. Сколько мне их нужно изначально? Я не помню. Ты помнишь? Я нет. Ну ладно. Делаем неизвестно что, неизвестно зачем. Ну, типа, как мы их собираем, они здесь указываются. А, five. Так, мне что-то там послышалось. Кто-то тут ходит такой. Показалось? Нет, не показалось, беги! Так, тут высокоинтеллектуальный... Этот... Пошел. Классно, классно сделано, очень красиво, серьезно. Чё, он просто в стену ушел, ты серьезно? Угу. Теперь что? Return to Angel. Ага, вернуться и отдать ангелу ядра. Чистый изумруд. Work hard, work happy. Work hard, work happy. Работа, да. Да. Еще бы я помнил, где ангел живет, серьезно. Та жена...
Можно просто вот так, да. Чтобы без этого чипальдука потупить немножечко. Да? Угу. Где ангел, я реально не помню. Вот хоть убейте. Может, на 14-м, типа, как? Это есть 14-й, да? Это 11. Я хочу на 4... Ничего не понимаю. Как все это дело работает, если честно? Ну, давай на... 14 нельзя, ну, либо на 9, либо на кей. Кей, типа крыша. Наверное, или... Дядя, я не знаю. Я даже без понятия, абсолютно, серьезно. Так. Где ангеловый уровень? Ты заебал. Уровень, уволень. Я не помню, серьезно. Я не знаю, что помню, это там, типа как, ну... Типа как, ну, не. Чё, дым блестит, о! Отойди! Постылый. А, отсюда какой-то чебульдук, помню, выскакивал, я от него бежал, такой, спасите, помоги. Нет, это было не особо страшно. Это было неожиданно, но страшно. Не страшно, но все равно неожиданно, на самом деле. Игра сам по себе не особо страшная, но она... Это значит, все равно, что пугать скримерами, серьезно. Так, я не помню, где живет наша великолепная... Ну, на 14 этаж мы ехать явно не хотим. Типа как, вот, иди в жопу и все. Ну, давай на 9. А вот и она. Вот и она. Милый ангелочек. Cutie girl. Машина голодна. Take the rich. Сюдысь. Сюдысь. С 5 специальных колес. На левеле... Гирбоксов. На левеле кей. Понятно. Ладно, ладно. Не-не-не, все хорошо. Уровень кей. Я к тебе иду. Я иду на уровень кей. Не вопрос. Поехали. Команда Гуфи. У-у-у. Дай тебя отпижу разводным ключом. У-у-у. Это кей. Это кей. Я тебя вижу. 5 гирбоксов. Это, короче, ящик с шестеренками, грубо говоря, или с передачей. Я тебя видел. Ты гирбокс. Ну, давай ящики с шестеренками искать. Так уж и быть, так. Таким по-прежнему ничего не могу ломать. Охуенно. Ну, хотя бы от него дыры остаются. Не то, что как от Вантуза. Не могу. Во, с первого раза отлетает теперь эти утырки. Отлично, отлично, отлично. Бум. Вот они. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, 20 FPS.
30 FPS. Ой! Ёб твою мать! Ну тебе и ебало. О, сука. Вот теперь реально мурашки. Но это опять же от неожиданности, скорее всего. Сколько у меня их? 3. Угу. This one's empty. Один спёздиль, говорит. Могу я часы? Типа в этих ублюдках тоже лежат гирбоксы. Блин. Окей, окей. Если бы такую игрушку дьявола, я бы все купил бы. Мягкую игрушку. Да. Чё-то горчит, что-то да, стоит под ухом. Делает. Говорит. Так, понято. Я, пожалуй, пойду от Седова. Пожалуй, пойду от Седова. Уябываем. Так. А, понятно. Точка от точки респауна возле, получается, любого такого. Короче, ты понял. Сколько? 3 гирбокса у меня осталось. Отлично. Еще 2 найти. 5 шестеренок. Не, на самом деле, ну, мне за эти какахи дали неплохой апгрейд, так сказать. Все же еще уровень кей. Может, потом уровень с дьяволом откроется. Вообще будет пиздец какой-то, да, как я понимаю. Будет жестко. Вот он вырвался, ублюдок. Элис Энджел. Видимо, это он покалечил нашу красавицу, да? Ты шестеренка, ты подойдешь? Нет. Прикольно, маленький дьявол. И чернил такой. Хоп, хоп, хоп. Угу. Пусть так и будет. Это же уровень кей до сих пор, как я понимаю. Очень неудобно то, что у этого... Ух ты. Адовые игрушки. А нет, Hell, это от Heaven, это... Райские игры. Так, понятненько. Так, 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 тихо, 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 тихо. Главное, этому тырку не попадаться, главное, стрёмным. Так, я сюда, пожалуй. Как я понимаю... Типа этот тутырок, он должен определенное количество раз пройти мимо нас. Ну, типа он не ходит сам по себе, он как событие. Я имею в виду только что мы, он где-то проходил вдалеке, мы ушли. И он сам заспавнился поблизости, просто. Все с вами понятно, молодой человек. Угу. Что-то такое. Так, авантус я больше не могу взять. Это типа как апгрейд на мое оружие, все понятно. Вантус мы потеряли навеки. Хотя прикольно было этих абрыганов в ванту завалить. Было весело. Ну, отчасти. Так. Ты... Они на них те же места спавнятся, серьезно.
Это даже уже не прикольно. Даже уже не страшно, немного раздражает, если честно. Так. Значит, мы этого чипульдука появляемся постоянно. Понятненько. Есть что? Нет. Охуеть. 4. Где же 5-я? Где же, блин, компот 5-я? Вот она. Ну, очень похоже. Очень-очень похоже. Текс. Текс. И где она? Здесь ее не вижу. Вот она. Просто... Вернитесь к ангелу. Несите шестеренки к ангелу. Little Miracle, офигенно, тебе платишь по ходу дела деньги, тебе запирают в этом ссаном шкафу, и ты просто сидишь, смотришь на происходящее. Или знаешь, типа, когда тебя работай. У тебя есть какой-то талант. Угу. Один очень офигительный человечек где-то здесь должен быть. Шестеренка. Надоело. Давай пробежимся чуть-чуть. А, раньше они спавнились, подумаю теперь. Но их надо было убивать каждого с двух ударов. Теперь спавнится. Теперь надо убивать по каждого с одного удара, но спавнится они теперь по двое. Опять? Офигенно, то есть она меня потихонечку раскачивает. убей Сволина, щи на этаже. Элевен. Или что, это собери соплей, типа? Ну да, по идее. А высосать этих псов надо. Чернильных. Ну чё, ребята? Кто там по скрипту появлялся, страшно пугал меня, а? Кто тут хотел напугать меня? Меня можно пугать. Разрешаю. Разрешаю. Вот когда они нужны, их вот прямо совсем тьма. А когда они нахрен не уперлись, их сотни. То есть теперь мне сейчас надо будет ходить и искать этих ублюдков. Ну-ка. Или что это? Поймать Сволина. А, понятно. Это не Элевин, это Элевен.
Я думаю, на сегодня хватит. В следующий раз, давайте, да? Ну а пока, спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, на стримы заходите, комментируйте ролики, все, ребяточки. Пока-пока.